Мирно. Командиру задов, проедет состав с места доложить. Вольно. Участники этой смены приехали не загорать на пляже или ходить по дискотекам. Подростки живут в палатках по армейскому распорядку. Ежедневно поднимают флаг, исполняют гимн России и несут суточный наряд. Подъем в 6 утра. С 6 до 7 часов физическая зарядка под руководством инструкторов. Кстати, инструктора у нас военнослужащие вооруженных сил, контрактники с одной из гвардейских воинских частей, которые дислоцируются на территории Ростовской области. Альберт Карапетян преодолевает полосу препятствий в 2 раза быстрее, чем в прошлом году. Даже установил личный рекорд в метании ножа. 10 попаданий из 10. Помогли ежедневные тренировки перед поездкой в лагерь. Я распределял весь день по режиму жил. Вставал также рано, бегал, занимался спортом, чтобы не терять физическую форму. Помимо физической подготовки, школьники получают теоретические знания по боевой, правила маскировки, поведение в незнакомой обстановке и выживание в лесу. Я думаю, что все они вот по окончанию будут действительно достойными вот, и ребятами, которые будут на расхват в военкомах, в наших военных комиссариатах вот, при подготовке и направлении ребят вооруженной силы. Вся блиц-подготовка длится 3 дня. За это время и проходит мобилизация в армии. Завершается программа лагеря комплексной тактической игрой, где команды-взводы показывают свою скорость, меткость и сплоченность. Екатерина Лободина, Станислав Фоменко, на Дону.